Хожу по парку. Классно. Утром. Выходной день. Сегодня. Не знаю, будет трястись камера, нет. Первый раз такое практикую. Хорошо, без всяких собак можно погулять. Но не гулять, я хожу так. Быстрым шагом. И вот здесь парк такой, он, по нему как бы проложены дорожки кругом. И вот я делаю 3 круга, и уже спина мокрая. Потом еще делаю половинку или целый круг. Тут мне уже захочется. И у меня получается где-то 7000 шагов за это время. Меня спросили, какое приложение у меня, шагометр на телефоне. Он называется Samsung. Что называется-то? Ну, в общем, я покажу. Приложение на Samsung. Вот, и там все показано. Показывается, сколько шагов за день вы прошли. Сколько калорий сожгу за это время. Ну, на калории я внимания не обращаю. Вот. И ведется дневник автоматически. Каждый день сколько шагов. И в конце недели присылается отчет. И контроль. Смотришь с собой, сколько ты прошел, сколько не прошел. Ветер дует. Слышно, нет? И, в общем, контроль нужен, потому что я такой человек. Из близнецов, я уже говорила как-то, и мне настроение меняется часто, вот, приходится себя заставлять идти куда-то, но пока дождей нет, мне в удовольствие, и особенно хорошо, когда в удовольствие получается, не заставляешь себя, а птички поют, утром красота. Зеленое, это люблю. Хочу сказать тем, кто попадает на новый канал, не только на мой, а вообще, как я это делаю. Если я увидела интересного мне блогера, мне хочется, ну, о нем что-то узнать, ну, как бы познакомиться поближе, я не бегу после первого понравившегося видео писать вопросы человеку. Вот, я сначала пошарюсь на его канале, посмотрю, о чем канал, что он о себе говорит, как он себя позиционирует, какая тема. Вот, и плейлисты загляну, если человек о себе, если мне интересно о нем лично узнать, то я посмотрю видео, поищу по названиям сначала, плейлисты загляну, есть ли о нем самом какие-то теги, там вопросы, ответы, вопросы и так далее. А потом уже, если что-то не нашла, да, еще можно искать в шапке канала, там люди указывают свои контакты, бывает, что свои социальные сети, вот, там что-то поискать, посмотреть, если интересно, конечно. А если интересно просто тема, о чем он говорит, ну, тогда я смотрю по названиям. По названиям и что-то там, что меня интересует. Вот. А хочу людям сказать, которые, увидев первое видео, начинают задавать вопросы. Это так напрягает, честно говоря, потому что ты читаешь, но 100 раз на одни и те же вопросы не хочется отвечать и время тратить. Поэтому смотрите видео, если вам интересно, то поищите, приложите ручки, как говорится. Поищите сначала, посмотрите. Вот. А потом уже вопросы. Если таких не было, конечно. Читайте комментарии. В комментариях я много пишу, отвечаю. Вот, но на один и те же вопросы, я говорю, даже раздражает. Когда человек, то ли он просто так написал,
отпухла. 7-минутное такое настроение. Я прочитал, посмотрел, что-то бегом раз и написал. И вопрос задал. А ты, ну, как бы, думаешь, как ответить и время на это тратишь. Поэтому на одни и те же вопросы я отвечать просто не буду. Если не ответила, значит, ищите, если вам интересно, если вам это надо. А, еще что-то хотела сказать. Что же я еще хотела сказать? А, именно по этому вопросу. Да, и потом, когда у человека нет лица на картинке, на аватарке, да, даже просто как картинку ставят какую-то, чтобы потом понимать, узнавать и как бы определять уже, с кем ты общаешься. Вот, некоторых картинки нет, ну, я так понимаю, в основном это такие дамы, которым там дети, внуки сделали этот, открыли этот канал и для того, чтобы просматривать просто и писать комментарии. Ну, как бы не разбираюсь в технологиях, как там поставить аватарку. Вот. Ну, они хотя бы написано, что там имя, фамилия. И блогеру легче, ну, общаться, понимать, с кем ты разговариваешь, потому что, когда просто там какой-то вообще без картинки или там какая-то картинка неадекватная и ни имя, ни фамилия, еще какой-нибудь ник, фиг проговоришь. Поэтому такое ощущение, что, ну, отвечать-то некому, не с кем как бы общаться, вот так вот я чувствую. Поэтому если хотите общаться, то, ну, как-то себя представьте хотя бы, и потом еще вот пишут, задают вопрос какой-нибудь. А вот как вы там это? И вопрос звучит так, что чтобы на него ответить, тебе хочется, чтобы человек тебе написал, ну, как бы о себе что-то. То есть я вот там-то живу, а, и вот еще пишут, а у нас вот так. Ну, где у вас вот так? Ну, хоть напишите город, страну, где у вас вот так. Ну, такие пожелания мои к моим зрителям на канале. Все, это я уже второй круг прошла. Так, ну, наверное, больше не сказать нечего сегодня. Всем хороших выходных. Сегодня суббота у нас. Всем хорошей погоды летней, летнего настроения. Всем пока. Что же так скрипит у меня на камере? Понятно, что скрипит. То ли палка селфи, то ли телефон состарился, пора менять.